Итоги рабочего визита общественной палаты под руководством Игоря Шпектора провели в пятницу в Нижегородском Кремле. Встреча общественных наблюдателей и представителей правительства Нижегородской области длилась 3 часа. За это время эксперты обсудили множество вопросов, начиная от организации доступности общественных пространств для инвалидов, заканчивая транспортной системой города и экологией. Общественная комиссия провела в Нижнем Новгороде 2 дня. За это время эксперты оценили качество работы мусоросортировочного комплекса, завода по переработке пластика и пообщались с жителями Нижнего Новгорода и Дзержинска.